будь аккуратней, сынок. Угу. То, что я тебя учил. Снайперская, не высовываясь, угу. За родину, за Сталина не надо этой хуйни. За родину, за Сталина, Сталина нет, извините. Да, 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 есть такие командиры, я тебе рассказывал. Что сделать с ними, ты знаешь. Твоя задача победить. Все, твоя задача победить. Я это частенько повторяю. Твою фразу да. Своему командиру. Давай, мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой. А хоть знаешь, сколько должны были дать бабок? Сколько? Считали. Должно было около 280 быть. И сколько дали? Сотку с мелочью, пока что. Пришла только. Пока что? Понятно, что-то слабовато. Что-то пиздец, как слабовато. Все как увидели, ты сколько пришло, и такие, ебать. Че, охуели нахуй? Че вы нам обещали, что вы нам дали? И еще, получается, помимо зарплаты, еще зарплата должна была прийти. Сотка, то есть зарплата. И еще два оклада. В итоге пришла только сотка и ЗП обычная. И все. Ну это хуево. Ага. Это хуево. Разбирайте Мерседесы, у них запчасти дорогие. Лексусы, Мерседесы. Да, 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 я вот на эту тему думал. Мерседесы, Лексусы, вся хуйня, да. Мы тут видели Аудюхи, тут и Мерсы видели. Хорошие, да. Но только, сука, наши, как только командиры видят такие тачки, они либо их пиздят себе и катаются на них, или расстреливают из автоматов. Я лично наблюдал Аудюху, которая последняя, блядь. Офигенная. А что она расстреливает? Она просто расстрелянная стоит и пищит сигналка. Все, у нее кроме сигналки больше нихуя не работает. Она расстреляна в нулину. Чтоб не катались, расстреливают. А, да это хуйня. Снимите с нее генератор, если целый, блядь, и пиздец. Генератор на Мерса или Аудюху стоит 10-20. 10-20 мало. Ну, прикопай десяток генераторов, это 200 тысяч. Не, ну так-то да, так-то да.